Ихайш замза за министр царила зара, чо гим я пыса захпила бюджета на гдзаша с цара из гзаила тора, чо апснапы за министр Валерий Бганба из гуэтит ха республика бюджета харпара, чо сында и цахара кошуку. Апсны гирта район кор чепшаку акала кехаца на кваги а шахт кор зербо план ко на гдзадзам. Убри нама да нахпила шахт ко изга куэр министр даур курмазия им я пыгит ахтны калакеч аус зуа а на плагду ко злаху заила тора. Айпыла раджирза атгыла ней уэпшима хархарта корыла аус зуа на плак квартавары куршарашым я пысвай уртия на амто шахт куршарагны ирпулова дейракой. Айла пара царакоп из сказ ишба ршо а шахт ква инак зыны ршо инак ногу амта захан ршо ирмшо. У яда гебра и лахка архтахон а тагыла заща, ярба тагыла заща, яко экономика агна, дарыр проблема, ко яхчай рахтагон, аберта на плакко и хабатша, абра злар хазала, дарги проблема, ко ирачезыны ромоп. Зигит шко усиха замаха, урта проблема, ко харзезер узер, ахрахчай узер, раб хиргыла на дарги, ирхот абри ахуахтура ганахила, чик айца хараку алит яхай мачна ярху ялагит таварку. Айла тарачи қацан уйнызки жав шуксай наркна хазтуа шукснала цан на плакы цыпхя дзейрым орбага кора хасабырбаква, а на плак квархатар на кцвачи дала яза атклы тарнапы злако усхкачу их айх цыракой хайца харакой, урта на плака хашала ярту анырракой гырты. Оптимум достигнут, дальше расти некуда, и теперь, собственно говоря, цифры увеличиваться не могут. Плюс изменилась, как вот сказали коллеги, модель поведения абонентов. Мы стали заложниками своей ситуации, при которой развитие сети 4G и увеличение скорости, плюс увеличение количества разных мессенджеров привело к тому, что весь трафик ушел в интернет. Раньше мы его монетизировали, зарабатывали на голосе отдельно, на смс-ках отдельно, международная связь большую маржу давала. Все это привело к тому, что все ушло в мессенджер. И сегодня абонент не приносит столько дохода там, в структуре этого трафика. Поэтому мы наблюдаем там, существенное снижение по выручке с абонентом. У нас цены на реализуемую продукцию жестко регулируются государством. При этом входящие цены, вы знаете, что мы абсолютно все импортируем, большей части России и частично из Европы, приводят к тому, что они там рыночные, и на протяжении достаточно некороткого периода времени они значительным образом коррелируют, то есть меняются, и ситуация на рынке изменяется, меняются, соответственно, эти цены. И цифры показывают, что да, рост по выручке у нас есть, но незначительные перекосы бывают, потому что мы со своими основными конкурентами, мы там периодически, особенно в оптовом рынке, там долю иногда уступаем друг другу, и большей частью с тем, что кто-то из нас более удачно закупился, вовремя, привез и по хорошей цене смог реализовать. Айла Тарачихана шахткой на Амту и Зимхё на Плакхорджу, а шахткой изга куэр министр Раус Зюйча, а гуатара курымьёб гыра, а згуатан и шрыму. Гуатара кугихчик досигал их ахсар хтахуп, и звонок зыр айцаха размуа на Плакко, убрат рабхи гуахтут, и звонок бас из Алиха и лахгароб. Ус Баш ахшавира псуху хамадзам и гвататуп, и цаатуп, и насуп ахшара науту. Гватарапа план ишанула, хара нагзара хаджоба гватарапа. Ахоп халап шлядзахива на плаку, ахоп уже хара база и бзин, и куршуны, и хаму, пушта, и ха ихне, и хабо халагит, и хо на плаку, на ну, и цвирца ялагита брета проблема. И цвирца проблема, ко в бысхон убрах, в батарах на хаштут усуча. Айла пара ялаху за наплакуйча за зчлым хава хырхарта корджу хачуцра корала гала раяд хала нерезчурцва за сцара квартак айцайта шахт ка изга куэр министр Даур Курмазия. Амра Зарандеп, Хайльдар Дамиров, Апсуа Телехопшра.